Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 9 января, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Степана, Иосифа, Давида, Иакова, Тихона, Федора, Антонины. Мир и благословение Божье да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память святого первомученика, архидиакона Степана. Стефан был первым из семи диаконов, почему и называется архидиаконом, то есть старшим диаконом, назначенных апостолами для попечения о бедных. Он был исполнен благодати и духовной силы, совершал великие чудеса и знамения в народе, обращая к вере в Иисуса Христа. Некоторые из иудеев вознегодовали за это на Стефана, вступили с ним в спор, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда они возмутили народ, схватили Стефана, привели его на судилище и представили ложных свидетелей, которые говорили, будто Стефан произносит хульные слова на святый храм и на закон. Все сидевшие на судилище, смотря на Стефана, увидели лицо его, как лицо ангела. Стефан защищался и в вдохновленной речи смело упрекал иудеев в неверии и грехах. Когда иудеи выслушали его речь, то возмутились и заскрежетали зубами. Степан же, исполненный Святого Духа, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Эти слова привели иудеев в такую ярость, что они закричали громкими голосами, затыкали свои уши, единодушно устремились на Стефана. Затем вывели его за город и стали бросать в него камни. Между тем он молился за врагов, и последними словами его были: «Господи, прости им грехи, не ведают, что творят». Он был первый из христиан, которые пострадали за веру, поэтому он именуется первомучеником. Господь о пути христианина говорит: «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною». Четкая, конкретная программа духовного пути. И первое условие – это самоотвержение. Отвержение себя, своего хотения, своего любия, самолюбия, своей воли. Недавно в разговоре с одной сестрой коснулись темы конфликта в семье. Вот она говорит, что я иногда вступаю в конфликт с супругом, потом прошу у него прощения, но в ответ слышу, что какой толк или какой смысл просить прощения, если ты ничего не меняешь. Я на это обижаюсь и совершенно замыкаюсь, молчу и перестаю вообще когда-либо первое идти на примирение. Господь говорит: если вы любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Если добро творите творящим вам добро, какая вам за то благодарность? Если взаймы даете, ожидая получить что-либо взамен, какая вам за то благодарность? То делают и язычники, и мытари. Но вы, мои ученики, любите врагов ваших и благотворите ненавидящим вас, и взаймы давайте, не ожидая получить, и благословляйте проклинающих вас, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. Дело в том, что когда мы хотим примириться, то очень часто мы хотим получить некоторое утешение. То есть, да, я попрошу прощения, услышу в ответ какие-то добрые слова, ободрительные, ну и вроде как
душа успокоится. Но получается такой языческий подход. То есть тоже делают язычники. Добро творят, ожидая получить взамен. Искреннее прощение, оно всегда связано с сокрушением сердца о несовершенстве своем, что я стал причиной греха, спровоцировал на грех, что я не был достаточно внимателен на слова и вызвал гнев и раздражение своего ближнего. Сокрушение сердца рождает плач о собственном грехе, не стремление увидеть или обвинить другого, или оправдаться в своих каких-то поступках. Искреннее переживание, что я прогневал Бога, я огорчил милостивого Бога. И тогда человек просит прощения ради Христа, ради того, чтобы совершилось примирение во Христе, а не просто психологическое утешение. Это требует подвига, подвига самоотвержения, бескорыстного отношения к примирению. Другой пример, он немного из другой области, но опять же к самоотвержению. Такой классический академический пример, когда ученик, по-моему, Иоанн Колов, придя к своему авве, наставнику, за взятием послушания, получает от него следующее указание. Вот бери вот эти ростки капусты и сади их корешками вверх. Тот взял их и посадил как положено. Зачем их садить корешками вверх? Что же за глупость? Наверное, учитель ошибся, посадил, приходит, докладывает. И учитель говорит: ну да, из тебя получился хороший огородник, но плохой послушник. Дело в том, что победить демонскую твердыню внутри, гордость, явлением или проявлением которой является самоволие и самолюбие, возможно только через послушание, через подчинение своей воли воле другого. Хорошо, если есть внимательный, искренний духовник. Если такового нет, есть законные начальники и наставники. У жены муж, у детей родители, начальники на работе, законы государства, правила дорожного движения. То, чем человек должен ограничивать свою поврежденную грехом волю. И всегда можно сказать: ну, а какой смысл вот в том или ином указании, пожелании, послушании? В том-то и мудрость, и тонкость вот этого духовного делания, что человек должен довериться, услышать волю Божью через те или иные обстоятельства жизни. Потому что если человеку все объяснить, доказать, сказать, это полезно, это требует смирения, самоотвержения, это за послушание. Когда человека убедили аргументированно, когда он согласился, то это просто исполнение обычных правил, законов, но нет подвига доверия, подвига послушания. Здесь, опять же, требуется очень важное качество души – самоотвержение. Отвергнуться своей воле и собственного мнения. Вот два упражнения, о которых можно подумать и попытаться применить их к жизни. Помогай нам всем, Господь.